Два гея встречаются. Я понимаю теперь Егора Крида, который не мог дать объективную оценку девочкам. А ну-ка, направь на меня свой запах, да, давай. Да, ты симпатичная. Сойдет, да? С пивком поканает. Привет, меня зовут Маргарита. Мне 19 лет, я модель. На самом деле, я очень давно хотела прийти сюда. Я всегда смотрела «Холостяка», Егор Крид. Разные такие прикольчики. Я всегда хотела попробовать себя в этой роли. В первую очередь, я бы хотела найти интересного человека. Не обязательно прям вот любовь всей моей жизни или еще что-то такое, а просто вот какую-нибудь интересную девушку. Так как я модель, мне внешность очень важна, очень. Первое идет, чтобы у нее была голова на плечах, затем идет ее внешность. Это, наверное, очень звучит скользко и плохо, но по факту так и есть, я не буду врать. Мне интересно, я в предвкушении. Все, давай, надеваем все наушнички. Так, ну мне нужно оценить внешность. Я очень не люблю этого делать, потому что это некрасиво, это плохо, это... Даже я переживаю больше, чем они, мне кажется. Я не люблю цвета. Вот я не люблю какие-то серо-буро-малиновые цвета на голове. Хотя сама лысая. 4. Но она очень милая. 5. Девчонка. А ну-ка, сейчас я по росту посмотрю. Не, ну, нормальный рост. Но все равно чуть больше меня. Но это несущественно. Взрослая, мне кажется. Красивые глаза. Опрятная очень, это очень важно. Я люблю опрятных людей. Но это не мое. Я не знаю, как это подробно объяснить, но 5. Милая, улыбается, стесняется. Все покраснели, больше, чем я. Она очень маленькая, такая миниатюрная, милая, но и совершенно не мое. Я когда смотрю на человека, я хочу, чтобы от него перло вот все это. Я не знаю, как это правильно описать доступными словами, чтобы вот энергия была. И пока что я не вижу ни от одной девчонки такой. Тут тоже извините, простите, вы потом это будете слушать. Вы меня извините. Я оставлю 4. Простите. Татуировки вижу. Спаси и сохрани. Твою мать. Я люблю тату, я очень люблю тату. Спаси и сохрани. Дай бог тебе здоровья. Ты очень милая, хорошая. Розовые волосы прикольно смотрятся. Очень чистая кожа, опрятная девочка, но тоже совершенно не моя, поэтому 4. Они так все мило улыбаются, я не могу. Я чувствую себя животным каким-то. Я понимаю теперь Егора Крида, который не мог дать объективную оценку девочкам. Девчонка опрятная. Хотя нет, смотрите, вот я вижу обувь. Я всегда обращаю внимание на обувь, и она грязноватая. Но кто я такая, чтобы вот это вот так ценить с высока? Хорошая девчонка, милая. Мне кажется, ей нужно еще подрасти, она очень-очень маленькая. Это видно по коже, по... какому-то такому сжатию. Очень милая, спасибо тебе большое, спасибо. Извини меня, пожалуйста. Тут 3. Я не могу понять, какой у нее цвет губ. А серо-буро-малиновый — это как раз вот то самое. Вот оно. Вот, я нашла серо-буро-малиновый. Вот. Девчонка очень милая. Но все милые, я уже задолбалась это говорить. Все милые. Вот просто милые. Все, вот кроме нее. Сейчас я все расскажу. Бирюзовый цвет, то есть серо-буро-малиновые губы и бирюзовый цвет волос. Это сочетание просто... сок, персик. Скажу так, что я не могу судить о них как о людях. Они все, возможно, хорошие, но внешне это 2. Это 1. Это можно ничего не поставить. Извини меня. Извините, пожалуйста. О, вот знаете, вот по сравнению со всеми, вот эта вот девочка вторая, и вот это самые такие вот спокойные по внешности, это меня вот влечет больше всего. Она очень грустная. Ой, это не грустная. Здесь это вот больше всех мне понравилась девочка просто тем, что она спокойная. Она вот 6, это максимум у меня был, да, 6, спасибо. Носочки мне ее нравятся. Вот можно приблизить? Покажи носочки. Блин, это девочка моего типажа. Я вообще не ожидала, что здесь такое будет. Знаете, 2 гея. Рост. Да. Не рост, нет. Все хорошо. 2 гея встречаются. Ну, как бы, а я девушка, и вот девушка. Я ничего против не имею, я могу дружить с такими людьми. Возможно, она меня заинтересует как человек, но внешне это просто... Но она милая, она клевая. Вот от нее, кстати, харизма идет. От всех вот типажей, которые мужеподобные, грубо говоря, очень грубо говоря, от них прям прет это. И мне это в ней нравится. Один на кино, так уж и быть. Но она хорошая, мне нравится. Все? Да? У меня слабость такая на запахи, на духи. И вот мне нравится. Правда? Да. Как тебя зовут? Кэтрин. Кэтрин. Маргарита.
Извини, у меня шутки, может быть, дурные, но... Мне интересно знать, ты являешься активистом в поддержке ЛГБТ-сообщества? Да, но не так активно, потому что каминаутилась не так давно. А кому ты каминаутила? Родителям? В целом всем. Родителям в первую очередь. А как родители восприняли? В целом адекватно. Почему нет? Супер, я рада за тебя. Странный момент, но я люблю такое спрашивать, потому что это о многом говорит. У тебя есть такое понимание ролей девушек в отношениях? Это вопрос каждого, на самом деле. Кто-то хочет подстраиваться под эти роли, а кто-то нет. Если кому-то так комфортно, то это выбор человека. Вот я люблю говорить, что у каждого есть свой выбор. И да, я согласна с тем, что это выбор. В большинстве случаев, кем, как? Вот, можешь мне рассказать про свои отношения? Какой ты человек? Я понимаю, это, конечно, сложный вопрос, потому что, когда меня просят рассказать что-то, я говорю, а что? Я считаю, что моя жизнь должна состоять полностью из творчества, из впечатлений, из эмоций, потому что времени действительно не так много, не только на съемку, но в целом на все. Считаю, что в жизни не нужно себя ограничивать никак. Так, это хорошо, это прикольно. А ты? Я? Хорошо я. Я себя ни в чем никогда не ограничиваю, потому что это глупо дело, действительно. И на эту тему можно много философствовать, просто вот как факт. Я себя не ограничиваю и поддерживаю твою позицию. Мне понравилось то, что у нее есть речь. На самом деле очень редко я встречаю людей, которые могут какими-то словами орудовать. 5. Тест на духи. Окей. Но я ничего не чувствую. Это неплохо. Кстати, это неплохо. Я не духаюсь вообще. А, вообще? Почему? Я не знаю. Я не очень люблю духи. А, ты, может, чувствительна к запахам? Немного есть. Не люблю резкие запахи. Мы с тобой не пара, прости, потому что я духаюсь как не в себя. Нет, смотря какой запах. Если запах приятный, тогда да, тогда просто кайф. Но вот на себе лично я не очень люблю. А мой запах чувствуешь? Как тебе? Сейчас. Чувствую. И как? Приятный. Нравится. Отлично. Меня в семье все любят, меня все в семье приняли. Как у тебя с этим? Для меня семья – это самое важное в жизни, потому что это моя поддержка, это моя опора. Это люди, к которым я могу обратиться в самый трудный момент. И они тоже приняли меня такой, какая я есть. У меня мама парикмахер, и когда я к ней приехала, такая: «Мам, давай волосы в синий». Мама такая: «Да, без проблем. Ма, давай себе пирсинг сделаю». Девять дырок в ушах. «Да, хорошо». Хорошо. А то, что ты какой-то там ориентации, я не знаю, какой ты, она как относится к этому? То, что я позиционирую себя больше как пансексуал, это было очень сложно ей объяснить, потому что... Ты сказала бы бисексуал. Пансексуал — это слишком сложно для людей. Я когда объясняю им, они у них просто... Так это же бисексуал. Нет. Сначала нужно объяснить, что бывают разные гендеры. Мама с этим справилась очень хорошо. Тема секс. Мне интересно... А что мне интересно? Ну, просто я сказала, тема секс. Мне хорошо от этого. Хорошо, как относишься к сексу? Пока не отношусь. Скажем так. Хорошо. Я шучу. Это странно, да, сейчас, особенно как бы в наше время, это очень странно, но... Нет. Это, наоборот, замечательно. Я считаю, что люди, которые сохраняют себя, возможно, где-то они странные по-своему, но это прекрасно, потому что вы чисты, и это создает вам определенный шарм. Я как-то уже на речь не обращала внимания, я пыталась обратить более на ее как-то внутренний мир, да, поверхностными вопросами, да, вот этим вот всем. Прекрасно понимаю, но мне кажется, человек харизматичный, и тот, что может меня зацепит даже через вопрос «как дела?», он скажет «нормально». Он скажет «нормально так, что меня снесет». Поэтому... Ну, я снова не чувствую никакого аромата. А ну-ка, направь на меня свой запах, да, давай. Не, ничего не чувствую. Ладно, проехали. Меня зовут Маргарита, тебя как? Я Карина. Как? Карина. Карина, ты при таким такой голосочек. Спасибо. Сколько у тебя было отношений? Был ли у тебя опыт отношений вообще в целом? Скорее сказать нет, чем да. Это типа на полдня или... Немного дальше. Немного больше, да? Да. То есть все-таки были? Ну, да. Можно сказать больше «да», чем «нет»? Ну, хорошо, пусть будет так. Чем ты занимаешься? Я модель и участвовала в проекте «Топ-модель по-украински».
3. Тоже ходила на кастинг. Ты ходила на кастинг? Да. Значит, у тебя должен быть рост более-менее? Не обязательно. Не обязательно. Но может быть. Но может быть. Да. У тебя все так неоднозначно? У тебя были отношения? Больше нет, чем да. Ну, вообще, да, больше нет, да. Как ты относишься к этому проекту? Нормально. Нормально? Ты ничего против не имеешь? Нет. Ты киевлянка? Нет. Без прописки остаюсь. Ладно, давай, давай тогда вопрос. Ты была на Киев-прайде? Нет, не была. А хотела бы? Наверное, да. Почему бы нет? Угу. А как ты относишься к тому, что я стараюсь быть аполитичной во всех вопросах ЛГБТ-сообщества в Украине? Нормально. Как? Ну, типа... Ну, типа ок, да? Но может нет. Ну, типа да. Решено. Все, спасибо тебе большое. Это не типа ок. Простите. Она малютка совсем. Она у нее не сформирована, не свое мнение, ничего. Ну, не видно в этом. Ну, ничего не видно. Я говорю, я политично. Ну, нормально. Ок. Извините, пожалуйста. Возможно, она хорошая подрастет и будет ого. Знаете, кого я больше всего жду? Вот эту вот активную, которая. Опа. Так, запах. Какой запах? Слышишь? Ничего, да? Не, ну это тоже хорошо, что ничего не слышу. Может быть, плохой вариант какой-то. Нет, нет. А как тебя зовут? Юля. Ой, хорошее имя. Да, ну, простое обычное имя вот у тебя. У меня Маргарита. Да, Рита. Да, все Маргариты не любят, когда их Ритой называют. Я поняла, это та активная баба. Или нет? Давай, Марго, задавай мне вопросы какие-то. Ты любишь драться? Ага, я поняла, к чему этот вопрос. Вообще, да. Любишь драться, да? Ну все, я поняла. Нет, подожди, ты, а вдруг я просто тайским боксом занимаюсь? А, ну хорошо. Ты уже устала вопросы задавать? Нет, я просто, знаешь, я сижу и немножко в панике. У меня куча вопросов было, пока я ехала сюда. Скажи, оно все повылетало. А потом все повылетало. Наверное, что-то про отношения хочешь спросить? Я хочу спросить, да, видишь ли ты меня в роли своей девушки? Ты... Да давай, что ты ломаешь? Ты пытаешься угадать, кто это? Нет, я уже поняла, что это ты, у тебя грубоватый голос. Спасибо. А тебя харизма прет, поэтому давай, говори. Просто мне девушки с длинными волосами нравятся. Ну, у меня был опыт с короткими волосами, хотя я тоже люблю длинные. Ну, у меня так же просто, и я не хочу возвращаться к коротким. Да, у меня, как, знаешь, как травма какая-то. Травма? Травма от прошлых отношений. Бедный ребенок. Вот. Ну, я умею быть женственной, очень женственной. Да? Я сколько? Можешь посмотреть мой инстаграм, я там в белье очень часто. Ну вот, я говорю не о том, что ну, вот я хочу, чтобы она была моей красивая, девушкой. Ты красивая, ты красивая. Все, ты, я успокоилась. Ты милая. Вот. Да, ты симпатичная. Я симпатичная. Сойдет, да? Да, да, да. С пивком поканает. Ага, все. Да не, ну я шучу, на самом деле отлично. Ну, в принципе, блин, если я понимаю, кто ты, я понимаю, ты, а какой у тебя типаж. Я просто... Хорошо, да, ты... Я... Марго. Да. Я переживаю, ты просто рядом, я чувствую твои хиромоны и все. Хиромоны? Ну да. Задай вопрос об отношениях. Да, да, об отношениях. Чего, как... Тьфу. Я не нервничаю, я просто уставшая. Я поняла тебя. Сколько у тебя было партнеров? Из серьезных отношений только одни. Это было год отношений. А временных много. Ах, ветреная, да? Куда ветер, туда и ты? Да не, ну такое. Да не, ну такое. Ну как бы да, но как бы нет. Я поняла, спасибо тебе большое. Но девчонка не мой типаж. Мне так кажется, что она вот та самая, с носочками. По общению она прикольная, ну хорошая. Просто потусоваться там, знаете, вот эти вот детские штуки, как в писоны, как тусовки там за гаражами, разное такое. Ну вот такого плана, да, хорошая, ну, поэтому 3. А ну-ка, духи свои покажи мне. А ну давай так. Я не духалась. Не духалась? Нет, привет. Привет, меня зовут Марго. Меня зовут Вика. Ты готова меня фотографировать постоянно? В принципе, да, почему нет? Это так звучит, типа ты выйдешь за меня, ты готова меня фотографировать о современном мире. Сколько у тебя было отношений? Ты имеешь в виду серьезные или так, ну чисто по фану? Ну что ты считаешь отношениями, то и говори. Ну окей, а вообще 3. Ты жалеешь о них? Нет, потому что зачем о чем-то жалеть? Что сделано, то сделано, все.
Во всяком случае, у меня остались как хорошие воспоминания, так и плохие, тем более то, что это опыт. Хорошо, я тебя услышала. Ты работаешь? Да, работаю. Репетитором по испанскому языку. О. А вот как будет «я люблю» на испанском? Я люблю тебя. Te amo o te quiero. Te amo? Да, либо te quiero. Te quiero. Это радует, что ты работаешь, потому что я люблю самостоятельных людей. А может, у тебя есть какой-то вопрос скользкий мне? Давай вот у тебя может масса вопросов ко мне, но у тебя есть один такой скользкий, потому что... Если бы у тебя был выбор уехать в какую-нибудь страну, но при условии, что ты там останешься навсегда и не сможешь вернуться в Украину, ты бы уехала, либо же все-таки осталась? Либо я остаюсь навсегда в Украине, либо да. Я уезжаю в другую страну и остаюсь там навсегда. Да. Что бы я выбрала? Я бы осталась в Украине навсегда. Окей, почему? Потому что я люблю свою страну. Я буду жить здесь всегда, я буду путешествовать, но... Украина моя единая. Это очень жить. Круто. Так, а ты патриот? Да. Даже если бы предложили куда-нибудь уехать, я бы не уехала навсегда, просто потому что мне нравится Украина, я хочу что-нибудь сделать, развивать страну. И чтобы это было полезно. И путешествовать — это круто, но я бы привозила все эти знания обратно в Украину, чтобы сделать ее лучше. Хорошо, у меня последний к тебе вопрос. Тебя травили в школе или где-то вот? Ты вот какая? Ты сидела на задней парте или ты сидела впереди и в тебя кидались бумажками? Я сидела впереди, но за спиной постоянно что-нибудь говорили. И иногда даже не за спиной, а могли что-нибудь в глаза сказать, что это настолько обидное, что ты просто думаешь о том, чтобы, блин, сейчас бы все бросить и уехать куда-нибудь. А потом я просто поняла, что нет смысла, нужно бороться и просто доучиться в школе, а потом, может быть, что-нибудь поменяется и станет лучше. Когда я пришла в универ, то для меня это вообще был другой мир, если честно. Потому что там нету такого отношения, как в школе. Там у всех своя жизнь, все уже более-менее сформировались. Да, сформировались. Не могу выговорить это слово. У всех какие-то свои интересы, и тебя никто не осуждает ни за что. Ну, может быть, даже есть люди, которые осуждают, но это не так, как в школе. То, что вот у вас 30 человек, которых загнали маленькими детьми в одно помещение, вы должны там на протяжении 11 лет как-то выживать. По-другому это не скажешь. Коротко о ситуации в Украине. Да. Извините. Хорошо, я тебя услышала. Спасибо тебе большое. Спасибо. Возможно, вы сейчас наблюдали мою какую-то очень издевательскую реакцию на этот монолог с ее стороны. Что я там чуть ли не плакала, наигранная, еще что-то такое. Просто я сама сидела на первой партии, и в меня кидали бумажками. И травили так, что ого-го. И проект «Топ-модель» по-украински, там собаки эти сутулые на меня нападали, меня кидали, дрались, и до слез доводили. Но ничего, это жизнь, это нужно с этим бороться. Это буллинг, это травля, это будет всегда. К сожалению, у нас вот как в природе устроено, что мы боремся друг с другом за лучшее место. Я обратила внимание на то, как она рассказывала. Меня обижали, меня кидали. Нужно быть сильнее. Я не люблю слабых людей. Да, это категорично, да, это плохо, это, возможно, как-то очень грубо, но я люблю сильных людей, она слабая. Ну так я честна, я ценю искренность, поэтому я могу показаться очень грубой, когда ставлю такие оценки, но это правда. Привет. Привет. Духи свои не можешь? Да, вот так, да. Ой, я почувствовала, ничего так. Свежо, хорошо, мне нравится. Нет, у тебя есть запах. У каждого человека есть запах. У каждого дома есть свой запах. Сколько тебе лет? Полных 18. Это тебе ты хотела сказать 18 с половиной? Скоро день рождения. О, кто ты по знаку зодиака? Скорпион. Я люблю скорпионов очень. Они такие своеобразные, падлы. Ты веришь в гороскопы, во все, все, что связано с этим? Не особо. Не особо? Приятно было познакомиться. Хорошо, мы с тобой встречаемся. Давай смоделируем ситуацию. Я модель. Я занята весь день, я общаюсь с людьми. Я общаюсь с красивыми девушками. Да безумие красивыми, потому что они все модели. Общаюсь с визажистами, со стилистами. Они все очень хороши.
очень умны. Как ты к этому относишься? Ты будешь ревновать меня? Нет. У меня, в принципе, такой особой черты нет. Ну, типа, если я буду замечать какие-то знаки, вот прям, типа, или лезу целоваться, или что, то у меня, да, будет. Но такое. Я могу сказать девочке привет, знакомой, поцеловав ее в щеку. Не, прям, типа, знаешь, если... Ну, и в губы могу. Да. Ну, это просто дружеское. Я могу это сделать. Я не считаю в этом, и не вижу ничего в этом плохого. У меня особо к этому нет, ничего такого. Просто... А уже нет? Нет, ну, типа, как бы объяснить сейчас, подожди. Не переживай. Я могу показаться очень резкой, грубой, но нет, я не такая, я тебя слушаю внимательно. Представим ситуацию. Человек, вы давно общаетесь, ну, типа, если мы встречаемся, он начинает к тебе лезть, приставать и все такое, то тогда да, я буду ревновать, а так... Хорошо, ты изменяла когда-то? Нет, меня изменяли. Это очень печально. Парень тебе изменял или девушка? Девушка. У тебя были отношения с парнями? Нет. А что? Ну, скажем так, не срослось. Никак. Они все маленькие. А знаете, вот я люблю постарше. Когда 25, 28, 29, 40. Ну, мое. Потому что люди самостоятельные. Здесь у некоторых мнение не выработалось, о чем речь может идти. Я ставлю... Да, я, возможно, могу ошибаться, потому что мы общаемся от силы 2-3 минуты, но обычно те, с кем я встречаюсь, могут поразить меня за секунду, просто войдя в комнату. Ну, блин, у меня носик забит, я не чувствую. Сколько тебе лет? 22. Я поняла, кто ты. Ты там старше всех выглядела, и это тоже прекрасно. А ты с девушками, с парнями встречалась? Ну, в принципе, мне подходит и то, но я больше заинтересована в девушках. У тебя был какой-то горький опыт с парнем? С парнем нет, был горький опыт с девушкой. Ну, это понятно, это девушки, они еще те. А ты можешь сказать мне свое отношение к мужчинам? Я отношусь к ним абсолютно спокойно, у меня нет никакого негатива. Это не то, что меня кто-то когда-то обидел, что я не хочу с ними быть. Но я просто больше себя вижу с девушкой. Хотя я не закрыта, как бы прям так, категорично. Это супер, потому что я еще и сталкиваюсь с такими людьми, что как ты относишься к мужчинам? Они говорят, фу! Нет. Потому что я очень уважаю мужчин. Я глубоко уважаю мужчин. Хорошо, что для тебя самое важное в отношениях? Мне очень важно, чтобы мы друг у друга были на первом месте, можно сказать. Не то, что я буду все время там где-то 24 часа мельтешить перед ее глазами или наоборот. Нет, вопрос не в этом. Абсолютно доверительные отношения должны быть. И все равно главное внимание я бы хотела получать как бы на себя. Ну, умничка, ты откровенно, это круто. Ну, то есть, ну, я тоже, я хочу получать цветы. Я хочу получать шоколадки. Я хочу, я девушка, я достойна этого. Мы все достойны этого. Мне очень хочется делать подарки, устраивать свидания. Ой, а я не такая. Я, знаешь, я... Мне, конечно, мне кажется, всем приятнее принимать подарочки, чем их дарить. Я просто стесняюсь всегда и думаю, блин, а она оценит это? А какое для тебя идеальное свидание? Идеальное свидание — это чтобы у нее вообще было свидание. Не, на самом деле, какой-то активный отдых. У меня давно этого не было, я очень хочу. Я очень хочу на конях покататься, в горы полезть. Я очень хочу поехать в Карпаты. Угу. Вот о чем я говорю, что такое возраст, почему я люблю постарше, потому что люди сформировались хотя бы. Я поставлю ей 8. Она просто словила меня, и она продолжает говорить. То есть я люблю молчать, я бы сама здесь просто сидела, пусть они мне задают вопросы, я поотвечаю, а так мы друг друга узнаем. Я ей задавала вопросы, она мне задавала вопросы, и она нормально отвечала. Ну, прикольно, мне понравилось. Очень приятно. Очень приятно. Ой, боже, ты прям кричишь, у тебя нормальный голос. Спасибо тебе большое за это. Я еле слышу, я всегда вот так, подожди, запах сейчас. Ничего не чувствую, нас забит. Так. У меня тоже. Ох, нашли друг друга. Ты работаешь? Я сейчас учусь. Учишься? В КНУКИМе, оператор кино и телевидения. О, я очень люблю это все. Это очень близко мне уже. Какое у тебя отношение в семье? С родителями. Да. В подростковое время у меня были сложные отношения. Но потом, когда я переехала в Киев, мама поняла, что я уже выросла. И что больше не может меня контролировать. И у нас наладились отношения, поэтому все хорошо. Супер. Ну, мне кажется, у каждого есть такой период, когда с мамой ссорится. А подожди, ты работала в своей жизни когда-то? Это были подработки. Какие? Я была и промоутером, я и арбузы продавала. Да, это было. Но работа мне не чужда. Ревнивая? Нет. Уверена? Да, я думаю, у каждого человека должна быть своя личная свобода, и отношения — это не узы, это не оковы.
это взаимоотношения... Узы брака. Это взаимоотношения двух людей, и, конечно же, у каждого человека, помимо отношений, есть еще своя жизнь, свои увлечения, работа, друзья, поэтому нет. Знаешь, ну, я когда влюблена в человека, я прекрасно понимаю всю эту теорию, что нельзя ограничивать человека, нельзя налегать на человека, почему он с ними, а не с тобой, или еще что-то. Я скажу честно, откровенно, я ревнивая, я могу мозг побить, мягко говоря. Ну, это только тогда, когда я влюблена. Это честно, это правдиво, мне кажется, вообще все люди такие. Абсолютно, и ты. Ну, вообще... Все мозги, я знаю. Я ценю твою искренность, но я думаю, что это не станет какой-то проблемой. Потому что я думаю, если человек влюблен, то он с своей стороны не будет хотеть давать поводов для ревности или еще чего-то такого. Оценочка девочки, ну, маленькая. Я просто уже психую. Просто ноль, да, все. Маленькая. Вы просто немножко нервничаете, да? Не нервничаю. Что больше всего зацепило в общении? Мне понравилось ты в общении, потому что ты у меня спрашивала, ты брала инициативу на себя. Я представляю, как ты выглядишь. Я, конечно, не уверена, но я бы хотела, чтобы было так, что вот девушка, которая взрослая, да мне теперь страшно. Не-не-не, я угадала. Привет. Привет. Она так трясется. Ну что? Все хорошо, расслабься. Все. Знаешь, как меня перед подиумом всегда выпускают? Вставай так спинкой ко мне. Стилист Кирилл, если ты это смотришь, я тебя обожаю. Он меня брал вот так вот. Вот так. Потом ручку мне щупал. И посылал на подиум. А я вот на каблуках вот так вот. Да, я рада, что я угадала, что это все-таки ты, и все. Да, конечно. Ну, честно, я люблю людей уже, которые понимают, кто они есть, для чего они есть, чего они хотят. А здесь большинство девочек не такие, извините меня, пожалуйста. Вы хорошие, я тоже была как вы. Ну, я не говорю о себе, что я там поняла, кто я есть и чего я хочу. Нет, я в процессе. Но я даже процесса у них не увидела. Поэтому у некоторых, извините, пожалуйста, извините, не хочу убежать. Но, безусловно, все хорошие. Мне было интересно побывать здесь, мне было интересно это все попробовать. Я вернулась в прежнюю атмосферу видеосъемок. То, что выбрали меня, очень безумно приятно. Оценили, ну, как по общению. Надеюсь, что оно продолжится. Мне показалась собеседница очень легкой в общении, и это приятно. И атмосфера вся очень непринужденная. Это как дома. Классно, мне очень понравилось. Я думаю, то, что она очень интересный человек, и я бы хотела тоже еще пообщаться с ней. И я хотела больше сказать, но у меня не получилось, к сожалению, потому что я немного зажата была. Вообще, я нервничала немножко не по себе, когда сидишь за спиной к кому-то, и он что-то о тебе думает. Вообще супер, замечательно. Марго супер. Хороший человек, наверное. Зрителям хочу пожелать быть искренним самим собой, видеть вообще, кто ты есть, и ничего не бояться. Вот.